Что, погнали? Доброе утро всем. Очередное зарябление. База отдых Чайка. На обнуление. Идем. Все. Идем, набирайте рыбу. Не торопитесь, чуть-чуть мягенько, чтобы рыбу не травмировать. Первая бочка на весы. Прямо в правый угол, давай. Потом вторая бочка в середине. Да, туда. Не поднимая бочку, чтобы не травмировать, на место сразу поверните. Еще дальше иди чуть-чуть. Вот так, да, не поднимая бочку. Бочку не поднимите, вот так вот переверните. Вот так, все правильно. Вторая бочка на обнуление. Идем. Еще одну делай, там два вы сделали, 22 500 было, Вань, или 24 500? 22 500, по-моему, 27 500 должен быть. Идем на весы. Смотри на весы. Вот, иди посмотри, что ж далеко ты стоишь. И на весы посмотри. И... 25 200 было. Это получилось 47 500. 47 500. Иди. Две штуки. Две штуки принеси. Или без этого две штуки оттуда. Хлоп туда. Без веса. Без весу. Навеска тут хорошая. От 1,5 до 3–3,5 килограмм. Вот. В середину. Там в середину. И
Еще идите туда. Да, не угол, а середина второго садка. Точнее первого. Вот прям туда. И лови две штуки, Вань. И туда, чтобы ровно 50, пускай больше будет, ничего страшного. Главное, меньше не было. Сегодняшняя миссия закончена. Осталась миссия за рыбаками, чтобы они все наловили. Даже больше. То, что у нас еще подушка, уже 640 килограмм.